Да и был ли когда-нибудь вообще? Да, наверное. Спасибо, МДЖ. Думаю, мне надо все обдумать. Звони в любое время, Пит. Поговорим. Контроль агентам. Доложите обстановку в Клинтоне. Мы приказали толпе гражданских разойтись. Проводим задержание несогласных. Аресты мирных митингующих? Не в мою смену. Города! Митингующие под арестом. Что творится с городом? Внимание! Преступники ведут стрельбу из угнанных машин. Нужно подкрепление в Хадсон-Ярд. Джеймсон прав. Ты тут геройствуешь, а нам потом приходится за тобой подчищать. Что это вы на меня взъелись? Фиска отпустят. Сомневаюсь. У нас против него железобетонные улики. Их больше нет. Грузовик с вещдоками перехватили. Что было на этих жестких дисках, мы уже не узнаем. Он так просто не отделается. Я верну эти диски. Ладно, думай, думай. Все вещдоки снабжены идентификационными чипами. Если я найду эти чипы, найду и жесткие диски. Надо спешить. Я, конечно, смеюсь над Джеймсоном, но то, что он про меня говорит, некоторые принимают на веру. Люди Фиска украли жесткие диски у полиции, а виноват почему-то я. Ладно, главное сейчас, чтобы Фиску это все не сошло с рук. Вовремя. Судя по всему, их еще не разломали. Ну что, отберем у Вилли билет на свободу? А чего бы нам сразу винты не раздолбать? Надо убедиться, что это те самые. Техники скоро будут. Смотрите в оба.
Если профукаем весы, мы точно покойники. Говорят, босса посадили в клоп. Где ты? Если они думают, что босса удержат как... Точно, что-то слышал. Можно после в тюряге. У нас есть работа. Я что за черт? Барабаньки. Ранен. Кто-нибудь меня слышит? Там кто-то есть? Вижу его. Проверка связи, Кобра 4. Здесь ничего. Гляньте, что-то... Сладких снов. Очереди за новым смартфоном и то злее дерутся. Диски не повреждены. Отлично. Осталось вернуть их в участок в адской кухне. Вот бы увидеть рожу Вилли, когда он об этом узнает. Небось, поперхнется тюремным винишком. Диск никуда не денется. Я принес жесткие диски. Секундочку. А как это ты, интересно, узнал, где их искать? Может, вы с главарем и правда заодно? Вы серьезно? Зачем тогда мне их возвращать? Думаете, мне больше заняться нечем? О-о. Ракеты! Прячь здесь! Эй, вам не кажется, что это перебор? Ты дома остался. Они бросили против нас все силы! И все ради дисков? А про облако вы не слышали? До этого разделаться со мной! Ты это заслужил. Обходите паутину! Черт, где прикрытие? Гангстеры экономят бензин, по крайней мере, диск заботится об экологии. Он слабее. Дай паутине! Волга, ты там не проторчишь! Хорош! Пускайся и тяни! Кто-то из людей Фиска пробился наверх.
Говори, где винты? Иди к черту! Это ты зря! Все чисто! Не подходите к этой штуке! Вижу его! Сдавайся, останешься живым! Из чего сделана эта дрянь? Те, кто мешает, я тебя прикрою, паук! Они не должны забрать диски! Вот нужна твоя башка! Показайтесь! Шок и трепет! Готов! Район чист! Меня прости, я насчет тебя ошибался, а Джеймсон пусть катится к черту. Премного благодарен. Один вопрос. Это правда, что ты из другого мира? Ага, Куинс называется. До встречи. Полицейские под огнем снайперов. Всем машинам в Мадисоне. У нас происшествие. Как подрежу? Паникер. Параноик. Сторонник теории заговора. Всеми этими словами люди оскорбляли и принижали меня. Но теперь, после долгих лет предупреждений, это случилось. Человек-паук буквально обрушил чуму на наш город. Почему я виню его, а не Мартина Ли? Я виню Мартина Ли. Он заслуживает наказания, но он безумный террорист и поступает соответственно. А вот Человек-паук мнит себя героем. Хотя он, очевидно, знал об угрозе и не предупредил нас. Или он считал, что разобрался с ней, что делает его преступно халатным. Или он с этим связан, что делает и его террористом. И здесь, пока Майлз не вернется, лучшее, что мы можем сделать, это накормить всех. О, Питер, как я рада тебя видеть. Ты как? Здоров. У меня все хорошо, а как ты, Мэй? Очень занята. О, позволь мне. Ничего себе. Я в норме. Мэй, помнишь, ты сказала, нужно смириться, что я человек, такой же, как все? Ты, Бен. Вы мастера обращать мои слова против меня самой. Все хорошо, Питер. Я просто немного устала. А где Майлз? Не помогает? Он помогает. Он пошел забрать медикаменты из центра помощи. Удивительно, как быстро у нас заканчиваются антибиотики. Ясно. Постарайся отдохнуть. Я организую разгрузку и встречу с Майлзом, хорошо? Хорошо. Придется смириться с тем, что и у меня есть слабости. Ну же, Майлз, ответь. Не заставляй волноваться о тебе и Мэй. Тише, тише. Вот тебе и легкое дело. И вот это все сделала кучка зэков. Больше похоже, что здесь прошел бульдозер со взрывчаткой. Назад нельзя. Пиру нужны антибиотики. Видел, как здоровяк ему врезал? Слышал звук? Раздавил, как шум. Что там?
Ну, вперед. Тут ничего. Я мог бы перепрыгнуть через стену. Тут кто-то есть. Медицинский контейнер в палатке. Это будет легко. Видел, как он прошел. Просто зверь какой-то. Они оба такие. Ну, хоть на нашу сторону. Есть кто? Вы Маля, двое, давайте сюда. Йод. Но никаких антибиотиков. Ищу дальше. Ладно. Сектор чист. Продолжаем. Ничего. Можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание ваших рейсов. Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. У меня нет этой иммунитета. То, что делает Бенсон, это мерзко. Отвратительно. Дай информацию, и он прекратит. У меня нет прав. Почему себя парни уничтожают эти центры всегда? Да все из-за отпуска. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Звучит очень плохо. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, вне нормально. Что бы я нам сказал? На чем смотрите, пацаны, надо тут целое состояние. Давай копать дальше. Эти из Сёмали выдали координаты? Просто держать оружие. Ну да. Теперь здоровяк в одиночку крушит станции. Он просто ходячая бомба. Это все его русская кровь, чувак. Делает безумцы. Это обидно. У меня бабка русская. Бабка? Разве это не значит, что ты тоже русский? Что? Нет. Чего? Хватит про мою семью, понял? Лучше умереть, чем снова на нары. Я что-то слышал. Вокруг куча странных звуков. Понял. Продолжаю обход. Никто не выходит. О! Лекарство есть там. Надо пройти мимо этих типов. Это можно закончить. Просто выдай нам точки и расписание ваших рейсов. У меня нет этой инфу! То, что делает Бенсон, это мерзко. Отвратительно. Есть кто-нибудь? Почему суперпарни уничтожают эти центры помощи? Да все из-за Осборна. Хотят показать, что он слаб, что не может защитить город. Звучит очень классно. Пока мы берем все, что находим и хотим взять, мне наплевать. Ну да. На черном рынке за это дадут целое. Еще одна состояние. Палатка с припасами. Давай-ка пара пакетов дальше. Первой помощи. Но антибиотики. Где же они? Они собираются делить припасы. Похоже, ничего. Пусть только попробуют нас скинуть. Эй, даже не пытайтесь нас скинуть. Брат, расслабься. Каждый получит долю. Тебя не обманут. Именно это говорят. Чувак, лучше избегать снайпера. Остынь, пожалуйста. Тут все скрипит. Становлюсь параноиком. Я слышал! Я слышал! Медикаменты! Ну давай, ящик, ну уже! А. Амоксициллин. Прекрасно. Это очень большой человек. О, нашел взрывающийся бульдозер.
Маршруты и расписание! Живо! Я сказал! Джентльмены, простите. Мой напарник не учтив. Он не владеет тонким искусством убеждений. Стой! Зря я это увидел. Что это? Проверь. Живо. Он меня не видел. Надо выбираться отсюда. Вот ты где!